Значит, сегодня мы пригласили сюда, чтобы официальным образом в присутствии городского сообщества выразить благодарность, поздравить наших лауреатов, лауреатов премии губернатора нашего Подмосковья. В этом году я хочу сказать, что город наш, он с каждым годом премия, вот она уже несколько лет, премия нашего Подмосковья губернатора. В этом году мы в динамике также показали динамику. Мы направили значит, довольно приличное количество проектов. Вот, и я думаю, что самое главное, что в прошлом году у нас было 5 лауреатов, в этом году 14. Поэтому это приятно, это здорово, потому что наши жители, наши коллеги проявляют активность. И те проекты, надеюсь, которые были представлены, они хотя бы если часть найдет реализацию на территории нашего городского округа, это будет здорово. Это будет шаг вперед. И я всем благодарен, всем, кто принимал в этом участие, и непосредственно лауреаты, и те, кто не получил звание лауреата. Также мы выражаем благодарность и огромное спасибо за участие. Ну и также огромное спасибо всем, кто рядом помогал реализовать эти проекты. Ну, по крайней мере, на бумаге реализовать эти проекты или в электронном виде. И представить эти проекты на номинацию. Поэтому мы сегодня пригласили сюда, так сказать, лауреатов. И хотим, сразу оговорюсь, все, что им положено было, они уже в денежном эквиваленте они уже получили. Правильно я говорю, коллеги? Нет, нет. Нет, 20 числа получим. Кто-то получил, кто-то не получил. Хоть и сказали, что получили, но... Не все сложно. Ну, хорошо. Но, тем не менее, у нас там проколов не бывает. Все, кому что положено, все получат и получили. Но мы сегодня хотим просто лишний раз еще раз пожать руку от имени вас, поблагодарить их за участие и вручить им дипломы лауреатов. Поэтому позвольте мне от имени губернатора, от имени вашего имени вручить нашим лауреатам эти дипломы и еще раз сказать им спасибо. Значит, дипломом второй степени награждается Гнедак Виктор Вячеславович, победитель ежегодной премии губернатора. Молодежь Московской области, проект «Клуб Альянс», спортивное игровое направление «Лазер Так». Вить, спасибо всем большое. Дипломом третьей степени награждается Орлова Александра Юрьевна, победитель ежегодной премии губернатора Московской области. Президенты Красноармейска. Спасибо. Вчера с вами что-то говорили. Значит, диплом в третьей степени награждается Кохтин Владимир Григорьевич. Георгиевич. Ну, Владимир Георгиевич, хочу сказать особое спасибо. Его энтузиазм. Несмотря на не совсем молодые годы наши, Владимир Григорьевич, вы занимаете активную жизненную позицию в Совете ветеранов, в спорте. И вот этот диплом – личное подтверждение тому, что у вас еще впереди много проектов, поэтому спасибо вам большое. Диплом третьей степени награждается Топалова Ольга Владимировна по номинации «Больше, чем профессия. Школа без опасности». Я думал, к сожалению, работал. К сожалению, работал. Хорошо. Вы передадите им большие приветы и лучшие пожелания. Значит, диплом третьей степени награждается Никита Наталья Анатольевна. Номинация движения, проект «Веселый старт». Спасибо.
утверждается Смирнов Олег Николаевич. Номинация «Больше профессии» создание городского черты вместо активного отдыха в Минске. Олег очень активно сейчас пропагандирует в Оленьковом городе. Созданы летние площадки в пляжной зоне, так называемой. И у нас даже проходят, ну, не международные, а областные соревнования ту штуки. Да? Так что спасибо тебе, Олег. Награждается Зражевский Аркадий Александрович в номинации «Больше профессии» в Оленьковом собрании. Диплом третьей степени награждается Залуцкая Евгения Николаевна в номинации «Движение. Проект спортивная площадка для дошколят». Дипломом третьей степени награждается Любимова Ольга Васильевна в номинации «Наследники Победы. А героев былых времен». Диплом третьей степени награждается Беляева Ольга Витальевна в номинации «Зеленый легион», проект «Эко-марафон. Зеленая библиотека». Дипломом третьей степени награждается Мелкозерова Екатерина Михайловна, победитель проекта «Детское юношеское творчество объединение «Кораблик». Коллективу Красноармейского информагентства, потому что это редакционный проект, и отдельно редактору нашего радио Коротковой Наталье Олеговне. Именно она была инициатором этого проекта. Спасибо большое. Наталья Ивановна. Диплом третьей степени награждается Крылов Валерий Сергеевич, победитель Кобе премии в номинации «Движение». Прав. Я просто еще раз подтвердил, у нас еще был номинант второй. Шмайер? Да, второй степени. Но, к сожалению, он не может подъехать сюда, поэтому давайте поаплодируем ему. И... Коллеги, прошу вас сюда подойдите. Давайте. Спасибо всем.